Дорога от дома до школы может быть опасной, если вблизи находится проезжая часть. Эту простую истину ученики младших классов усвоили уже давно. Но повторение – мать учения, говорят сотрудники госавтоинспекции. Осень – это время, когда школьники возвращаются за парты. Отличная возможность освежить знания правил дорожного движения. И нет ничего лучше, чем делать это в понятной для детей форме – игровой. Опытные инспекторы это хорошо понимают. После уроков для учеников младших классов 83-й школы сотрудники ГИБДД приготовили обучающую викторину. Школа не первая, и мероприятие, как я говорил, проходит уже не первый год. Хочу отметить, что дети с интересом слушают инспекторов, принимают участие, занятия всем нравятся, и довольно-таки все это весело проходит. Во время урока безопасности ребятам рассказывают о том, как правильно переходить дорогу, что означают разные сигналы и знаки, а также чем отличаются пешеходные и автомобильные светофоры. Все это в формате викторины. Сначала школьникам показывают обучающие фильмы в ставшем привычном формате видеоблога. Затем инспекторы проверяют, как ребята усвоили информацию, и проводят небольшой опрос. Урок проходит в рамках общероссийской акции «Недели безопасности дорожного движения». Детям это очень нравится. С большой активностью они принимают участие в различных конкурсах и даже привлекаем родителей нашего класса. Родители нашего класса нам тоже помогают в изготовлении различных памятков. Также около школы у нас есть родительский патруль, где родители выходят и контролируют, как дети переходят дорогу. За 8 месяцев текущего года в Самаре зарегистрировано 99 ДТП с участием детей. И хотя ситуация под контролем, профилактика происшествий на дороге просто необходима, отмечают инспекторы. Важные уроки по безопасности продолжатся и в будущем. Не только в рамках акции, но и во время других событий. Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.